Друзья, всем привет! Я вам снимал видео, как-то весной сейчас добавлю его видео в это. И показывал, что весной в Сочи зацвел бамбук. И в теории он должен был погибнуть после цветения. Друзья, всем привет! А вот относительно редкое явление цветение бамбука. Так он цветет. А потом в теории вся вот эта роща должна погибнуть. Но проверим на практике, что с ней получится. Я пронаблюдаю, сниму, обязательно покажу, что с ним будет на следующий год. Вот такая большая роща должна погибнуть после цветения. И вот сейчас покажу на сегодняшний день, какой результат мы имеем. Вот такой. Он уже практически погиб, все стволы почернели, стали более темные. Вот они, семена бамбука. Они вызрели. Не все еще. И вот. Вот активно они осыпаются. Можно вот собрать и посеять бамбук семенами. Стволы выглядят вот так ужасно. Уже многие стали ломаться. Вот видите. Вот так вот ломаются они. И начали, ну, уже стали темные. Короче, начали чернеть прям сильно. Вот так вот все абсолютно стволы зацвели. Вот так вот вся роща погибла. То есть один вот этот организм, который у этого бамбука, он погиб. Вот рядом другой сорт бамбука растет. Его видно, он отдельно растет. Он абсолютно живой. Стволы зеленые. Все, ему ничего не грозит. Так что теория оправдалась, так как мы и ожидали. Вот так. Так что, ребята, кому нужен бамбук с семенами, приезжайте в Сочи, собирайте, будете сеять. Вот. Еще снимал я в дендрарии, как зацвел тоже один сорт бамбука. Вот. Тоже добавлю его в видео, покажу, как он сейчас выглядит. Его срезали в попытках спасти, потому что сорт бамбука очень ценный, тем более уже, ну, у него очень большая корневая система, там большая площадь у него была, самые толстые стволы, которые я видел в Сочи, там были. Вот его срезали, вылезли молодые побеги, и все цветущие тоже абсолютно. Вот. Пока непонятно, жив или мертв. На следующий год, если молодые побеги не пойдут от корневой системы, то, знаете, он тоже попытки не увенчались успехом, и он погибнет. Но пока выглядит зеленым, а этот полностью погибает. Там все молодые побеги выглядят зелеными. Сейчас тоже добавим это видео, посмотрите. Я там тоже снял небольшой обзорчик. Ну, вот такие результаты. Так что, а по дендрарию я весной еще обязательно вам сниму обзор, что с ним стало. Не весной, а ближе к осени, наверное, через год. То есть, если он начнет расти, то он расти начнет весной. Уже молодые побеги, и посмотрим, помогает ли срезка бамбука, чтобы его оживить или сохранить. Вот так вот. Так что, ребята, кому понравился обзор, не забывайте поставить лайк. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Будет много интересного про растения у меня. И есть много интересного про растения, если полистать моих много видео. Всем пока.